9 января. У нас сегодня штормовое, будет 25, сегодня ветер. Да, сейчас подсветку включу. А на улице-то у нас нолик, почти плюс один. А нет, ноль. Вот такая вот погодка. Котел вчера вечером, получается, 8 часов я его загружал. 3 ведра комков. Поставил на 50. Вчера было вечером 22 минуса. Насмотрел погоду, как бы должно было потеплеть. Почему загрузил всего 3? Интересно, закономерно, конечно. Котел, конечно, дымит. Но расход топлива ниже. А это радует. А за морозные сутки я, получается, сжег около 8 ведер. А при температуре где-то минус 25, минус 32. Это неплохо. А температура стояла максимальная 60. Сейчас стоит на полтиннике. Ну, уже получается у нас 11 часов, а загрузка была 3 ведра. А у нас получается с минус 20 потеплело до 0. Ну, ветер добавился, конечно, сильный. Сейчас посмотрим горение, есть оно там, нет. Ну, я смотрел, наблюдал, горение есть. Вон в стопе горит. Как бы нет такого там прям тления, чтобы тлело-тлело. Горение есть постоянно. Единственное, сегодня хочу колосник переделать, не знаю, как по погоде получится, нет. У меня там стоит с большими прозорами в начале, там пустое место есть. Хочу 18-й сделать, там арматурка есть. Дымогазики, вот такие вот маленькие, 70 градусов, 70. Вот. Пыльненько. Отлично. Ну вот ветер какой сильный. Как тут уже спрашивали, зачем вот это для ветра, чтобы котел не разгоняло. И как-то ветер у меня котел начал разгоняться, я тогда вот закрыл все отверстия. И здесь тоже, получается, заклеил. Я вот суперклей с содой. Он приоткрыт там чуть-чуть вот. По низу мышь миллиметров 5. Все. Заслонку я доработал. Теперь ни панклинов, ни подвисов, ничего нет. В принципе, неплохо. Оно, получается, он приоткрылся недавно. Потому что было 48, сейчас подросла до 49. Ворошилку на 3 ведрах я выключил. 3 засыпал. Ну как и 4, можно пол котла вообще грузить без ворошения. Там хватает. Тогда зола, я думаю, будет просыпаться поинтереснее. Ну, в том плане, что ее будет минимум. Зольность такая же, как и с наклонной пластиной. Небольшая. По теплообменнику я не знаю, что там творится. Кстати, что творится. Сейчас посмотрим. У нас получается уже 2 суток, наверное, так топлюсь. Его же можно на ходу открывать. Да, теплообменник черный он весь стал. Сейчас. Вот такой вот минус. Такое смольное образование. Горит долго, хорошо. Но котел будет засираться. Ну, пока у меня вариантов нету. Ореха в наличии нет. И самое интересное, когда появится, даже ничего не говорят. А теплообменник зарастает смолой. Ну, потом выжгем. Так, ладно, пойду домой, надымил. Всем еще раз доброе утро. Отличного дня.